Всем добрый вечер, клуб Александр Невский. Окей, начинаю. Продолжение предыдущего ролика. Мы делали тут раз, когда я хочу делать перевод, партнер руку выдергивает, да, я расслаблялся и продолжал делать перевод. Ну, кто хочет, тот смотрит ролики, тот видел. А теперь следующее предложение. Одна из техник завязывания. Мы где-то показывали уже, мы не показывали несколько бросков из этого положения завязывания. Я начинаю делать перевод. Партнер руку выдергивает. Я также продолжаю за ним идти, но я руку держу, кисть только держит, все остальное расслаблено, у меня надергивает на себя, получается. Я завел ручку вот таким образом. Если хорошо натренироваться, это движение очень реальное. И вот отсюда несколько движений, которые можно как на скидку сделать. Начинаю делать перевод. Оп. Контроль. Боковой переворот. Передний переворот. Зацеп. Подножку под ногу изнутри. Не часто делать, но в этом положении она годится. Захватом руки рукой ноги снаружи. Зацеп разноименный изнутри. Уличный вариант. Чтобы лицо было видно сейчас. Так, да. Наоборот, вот так будет никуда уходить. И двигаемся на него. С падением. Захватом ноги. Передняя подсечка. Прогибом делать не будем, но покажем. Мы и в таком же темпе, в таком разрезе, все остальные броски, которые есть в вашем арсенале. Чем хорош этот захват, что если мне довелось его здесь завязать и прихватить ручку, то фактически уже таз партнер не может убрать. Вот, а если он таз убирает, он сразу падает, задняя подножка, добавляем еще, да?
очень важно руку здесь не держать. Когда я держу руку, вырубай. А руку взять и прижать. Чтобы было надежнее, второй рукой помогаем, отключаем локоточек. Давай. Вот пока он делает эти попытки освобождения, он летит. Все, спасибо. Всем удачи. И очень аккуратно в этом упражнении, чтобы партнер падал, не травмируясь. Поэтому на отработке делаем не вколачиваю, а коверово. Потому что здесь очень непонятная ситуация, как страховаться, очень непонятная. Поэтому аккуратно с партнером, чтобы не травмировать. Все, всем удачи. Спасибо, пока.